Дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale, и сегодня долгожданный батл с ГХГ, вот там вы его можете увидеть. Всем привет, ребят, я так рад снова присутствовать на канале у Холдика. Вот такие вот у нас эмоции. В общем, друзья, по ссылке в описании вы можете посмотреть первую серию нашего батла. Там, короче, такая была завязочка, короче, посмотрите, вы там узнаете. Без спойлеров, без. Ну, там поднялся вопрос насчет удаления моего канала. В общем, если вам интересны подробности, посмотрите, удалю я свой канал или нет. В этом выпуске будет подобный спор, только я хочу, чтобы это было с минимальным риском. Ну, давай на гемы. Давай на гемы проведем батл. Давай так. Так как в моем ролике вышел случайный спор, где ты рисковал, а я ничем не рисковал, по сути, тогда в этом я буду рисковать. А ты ничем не рискуй, ты просто покажи свой скилл, братуха. То есть, если я проиграю, я не буду донатить, да, никому? Ничего. Чисто вот на мне, короче. Скилл, братуха, ты показываешь свой скилл, и все круто. Давай на гемы. Скилла у меня хоть отбавляй, поэтому смотри. Я готов задонатить на любой из твоих аккаунтов. Короче, если я тебя разъё, ты донатишь... Ну, давай, не мне, мне гемов хватает. Моим подписчикам, ну, либо своим, у нас коллаборация, гемы. Только количество нужно определить. Ну давай, сколько ты готов расщедриться? Ну конечно, небольшое количество, ну такое, давай, больше 14 хотя бы. Там, подожди секунду, я забыл, там 14 600 есть. Ну вот, давай 20 500. 20 500? Ну да, там 10 000. А, это получается 14 и 6,5. Это одному или на два места разделим? Это можно сделать так, типа, одному. У кого больше лайков под роликом, там так. Мы выберем победителя на 14 тысяч гемов. У кого меньше лайков под роликом коллаборациями. Ну, согласен. Пацаны, ставьте лайки, если хотите гемы. Но вы можете написать в комментариях. Возможно, вы хотите, чтобы я задонатил себе и открыл сундуки. То есть это тоже приветствуется. Я как бы не откажусь. Но я не против поделиться с вами. Но это с учетом того, если ГХГ проиграет. Чтобы было все честно, чтобы не было никаких там... Я забыл, у нас Best of 3 или Best of 1? Это важно. Это как? Это, ну, до двух побед. Ну, три, получается. Три игры, три боя и до двух побед. Чтобы было честно, чтобы не было такого, да, что да, я этой декой лучше играю, я этой декой хуже играю. Чтобы этого не было, мы берем рандомные колоды и вот реально на рандоме будем играть. Посмотрите мои деки. Я надеюсь, ГХГ тоже составил не сам, не свои, взял мета-деки какие-то. Смотрите, это моя первая колода, согласитесь, такую деку не каждый день встретишь. Вот вторая дека, она ужасная. Я взял в TV-рояле ее там с 7-й или 8-й арены. И вот четвертая дека. Ну вот, короче... Не, третья, просто она в четвертом слоте. Вот такие вот три колоды. Я надеюсь, у него тоже такие дебильные деки. И вот решит рандом. Ты готов? Конечно, еще, конечно. Режим у нас будет тройной эликсир. Я готов. Я тоже готов. Поехали. Так, найти бы тебя где-то... А, у тебя есть... Поехали. Тройной эликсир. Я не знаю, какую я деку взял. А, все, знаю. Слушай, ну тебе надо постараться, потому что у меня тут дека, дай бог. Так, как тебе огоньки? Огненные колобки. Подожди. Ты играть будешь? Или ты хочешь проиграть? Или ты хочешь гейм отдать? Так. Я просто смотрю, что происходит. Ребята, я буду тащить, чтобы вы были с геймами. Я буду стараться. Ой. Ой-о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 й
А, не, подобную. Ай-яй-яй! Подожди! Ну что такое? Нет, у меня не все хорошо, я не понимаю. Минус две вышки. Да нет. Да ну бред какой-то, еще тройной эликсир, короче, теряешься, когда деку не знаешь, что выбрасывать. У меня как бы танка нету, ну погоди, сейчас будем комбэч. Как у тебя же есть этот? Кто? Мега-рыцарь? Да, да. Есть элитные варвары. Меня твой гиг-скелет бесит, надо было банить его. О, вот сейчас хорошо. В смысле банить? Ну че, вот смотри, он сейчас взорвется, и че мне, как мне продолжать? Блин, надо было как-то... Подожди, стой. О, элитки-то быстрые, нормально, давай, поехали, поехали. Куда? Мне это бесит, вот эти конченые колоды, как они с ними играют. Терпи, братан. Зап. Хорош. Да ну пройди, ну пройди. Давай, давай, все подряд. Ребята. Знаменитая стратегия, все подряд. У меня есть
А чё, у меня две вышки нет? Да, добро пожаловать в реальность. Блин, я хоть думал, хоть одна вышка есть. Все плохо, друзья, но я буду стараться, не переживайте, я тут, у меня есть шансы. Так, о, смотрите. А, это круто было. Это было идеально. Блин, у тебя много дефа, Тесла еще сейчас, да, там? Давай-давай, принц! Ну, пожалуйста, хоть одну вышку забрать. Ты чё такой злой человек-то? Я не понял, ты чё, проиграть не хочешь? Да, конечно, не хочу. Я хочу гемов себе, либо зрителям. Так. Ну, себе, конечно, больше хочу. Ой, это что, зап слил? Я не специально. Я клянусь, я не специально его слил. Так. 43 секунды. Ты главное знаешь, что страна помнит своих героев. Да-да-да, да-да-да. Сейчас ты на трешку проиграешь, будешь потом по-другому разговаривать. Блин, что происходит? Тихо. Элитку ты выпускаешь или нет? Я же их жду. Давай, по какой стороне? Давай я сделаю вот такой вот ход конем. Хитро. Ну блин, ну что-то как-то у тебя все дефается легко. В смысле легко? Ай, вот это ты меня подловил. Подловил? Да. Хоть чуть-чуть урона, давай. Ну хоть чуть-чуть урона. 10 секунд продираться. Пожалуйста. А что, ты пожалуйста. Так а что, блин? Пожалуйста, нет. А что нет, ты две вышки забрал. Ай. А, да, я же, а, ну все, круто. Нет, это вообще... Мои деньги останутся в моем кармане, ну ладно. Это 1-0, а 1-0 это еще не победа, поэтому, друзья, мы играем, кстати, до, как, до трех, до двух побед. До двух, да, подожди, до двух. Я деку меняю, подожди. Меняй дек, окей, у меня вот вторая дека, друзья, смотрите. Блин, я не специально взял галимые деки, я просто, ну у него же тоже была такая, короче. У меня была говёная дека. Говёная, я же не говорю, что она у тебя тащерская, просто... Вначале я затупил, как-то две вышки пропустил. Вот с этой декой, друзья, я вот на 90% уверен, что я ему просто сломаю все, что можно. Ну, а я очень рассчитываю, что у него нету подходящей карты под нее. Если она будет у него, ну, вот этот, и вот этот, который... Ну, вы поняли, да? Понимаешь, что я ничего не вижу, я слушаю, как мне сумасшедшего. Зрители-то видят. Я не знаю, они поняли, что я показываю? А, блядь. Короче, я про вихрь говорил, про циклон. Торнадо. Торнадо? Да-да. Торнадо. О, ё-моё. Да ну нахрен. Надо было догадаться, что у тебя типа такого чего-нибудь. У меня тут такое. А-а-а, я понял. Ой, какой кривой. Подожди, у тебя что, валькирия есть? Да. Ну, я не думаю, что она тебя спасет. Нет. Я тоже так не думаю. Я смотрю на твои карты, да ты чё, охренел, что ли? Тройной эликсир, дядя, чё ты хотел? Пацаны, я за вас, я за гемы. Спасибо, это был байт. Ты чё, сдурел, что ли? Это был байт на фаербол. Что так делает-то вообще? Я. Зачем? Так. Блять. Не, ну а чё? Чё ты, гемов жалко? Давай. Блять, мушкетёр там. Да ты задолбал. А ну тебя. Так. Так. Оп! Что они у тебя делают? Блин, а получается, мне что? Еще одну колоду надо найти. Я только три колоды собрал, а мне же еще надо одну какую-то. Ну ничего. Я рандомную возьму с TV Royale. Ты тоже, да, рандомную же берешь? Я беру с TV Royale, особо не задумываюсь. А ты, сука, думаешь? Да я вижу. Да нет, какое думаешь? Я так беру с TV Royale. Нет, там? Ты взял спам. Так, я тебя забайтил на фаер? У тебя нету сейчас фаербола? Можно трех мушкетеров в одну сторону? Попробуй. Так, чё ты бочка? Это что мне делать-то ещё? Это знаешь, как... Есть другие варианты. Пушечное мясо, короче. В разведку, да? Так, ну всё. Блядь, именно в тот момент, да, когда я... Да. Да тут жёсткий байт на фаер у него. Я проиграл, я не могу это дефать. Это Unreal, тут реально, если не будет сплэш, ну у тебя только Валькирия, ну а что она сделает? Она ничего, она сосет. А, ты уже трех мушкетеров там втихаря выпустил? Да, не видно их было, да? Нет, их вообще не видно. Я не понял, ты что, трешку еще не отдал? Нет. Я думал, ты пролетел. Я не хочу деньги тратить. Пацаны, ну, счет становится сейчас 1-1, короче. Видите? А то он уже говорит, все, изи, этот, победа, да, еще не изи. Так, ну, колоду менять надо, одной и той же нельзя играть, да? Это, конечно, иди ты нафиг. Не, ну это еще, условия для того, чтобы ты не подбирал мне контру. Потому что, слушай, в моей деке можно контру подобрать.
Сейчас там палача, не знаю, колдуна, торнадо. Изи, 1-1. Ну что, интрига. Так, я беру вторую сейчас деку. Вторая у меня уже собрана. Я готов. Ждем тебя. Сейчас, подожди, я только... Ой, вторая, конечно, менее мощная, но... У нас и челлендж заключается в том, что на рандоме вывозим. Давайте сразу, пока ГХГ ищет себе колоду, я посмотрю себе еще одну на следующий поединок, потому что сейчас будет... У нас 1-1 best of 3, там best of 2. А, там, возможно, даже еще, возможно, будет 2-2, там, к примеру, да? Как? Сразу будет 2-1. А, сейчас. Да. Кидай. Стоп, это последний? Да. Ой-ой-ой. Страшно. Страшно, поехали. Там нет, как страшно, я взял такую колоду странную. Да ладно, я знаю, ты не хочешь проиграть, сделал специально хорошую деку. Нет, и ты поймешь, что дека говно в прямом смысле этого слова. Я тоже, все честно, я подобрал не самую актуальную деку. Пека, контракт гиганту. Я честно, случайно ее подбирал. У меня тут, кроме пеки, еще шарик, у меня тут... А зачем я палю? Тихо. Так, я не понял. Так, а мы, короче, пойдем вот так. Ты чё? Ты чё в одну сторону всё? Ну всё нормально, братан. Бля, чувак, я выбросил ракету на варвара. Ты это задумчиво сделал, это всё правильно. О, у меня нормально задефался, я думал, не задефаюсь. Капец, это решающий поединок. Есть контакт. Есть контакт! А как так? Тихо-то, ты там что-то собираешь, там у меня сплэш урона. Тихо, я хочу затащить там. Бля, эти варвары, меня они бесят. Капец, у тебя еще орда мух. Братан, ты увидишь потом все 8 карт, ты вообще охренеешь. Да ну, блин, у меня пека, она же должна дефать гиганта. Ну, по идее, да. Ну, а ты что, не дефаешь, разве? Так я не пойму, как я потерялся его башню. Ну, погоди, еще не тройной эликсир. Что? Что? Вот это вот что? Да. А вот это что? Стоп, у меня стрел нет. Я не пойму, автор этой деколоды, чем он... А, ну колдун, типа. Ну чё? Еще сравниваем. Давай еще. Мы ничего не забрали вышку? Забрал счет 1-1. Пацаны, топите за меня, топите, чтобы... Потому что наши гемы. Да ладно, ты чё, на трёшку собрался? Ну, есть такая затея. Если с твоего разрешения, конечно. Так, я тоже пойду на трешку, чтобы ты не все подряд выбрасывал. У меня там как раз колдун, тебе будет трудно задефать, так. Понимаешь, можно дождаться, пока Да, кстати, я что-то за это. Ты играешь не с этим игроком. Внезапно отупел, когда взял это. Слушай, ну, а мы идем-то наравне? Ну, по сути, да. Давай сыграем ничью. Никто никому ничего не... Не, все по-честному. Играем, короче, как играем. А вот это было несправедливо. Подожди, ты понял, что я не попал ракетой? Нет. Ну, мои зрители знают, как я... Я другое место смотрел. А, ну, мои зрители знают, что я еще тот сенсей по... Стоп! Хрен тебя, не гемы! Сука, бля... Я пеку пропустил. Бля, надо было меньше болтать. Давай реванш. Нет. Бля, сижу, болтаю, что-то рассказываю. Бля, мне вот это моя ошибка. Ну я-то ничего не должен тебе. Нет, а что ты расстраиваешься? Ну почему расстраиваться? Ну меня сейчас начнут, типа, гемы просрал, мог и затащить. Ну фух, ну я зато ничего не должен. Когда я с Рубином играл, там я сотку баксов просрал. Тут ты хотя бы ничего не должен. По сути, какая разница, ничья или твоя победа, то есть... Скажи, пожалуйста, ребятам, что вот эти три боя подряд, чтобы они не думали, что это монтаж какой-то или еще что-то, что мы специально это все... Пацаны, это стопроцентный монтаж, я все вырезал. Да нет, ну шучу, конечно, ребят, но я же при вас колоды составлял. Не составлял, я им показал, что колоды вообще рандомные. Контри, давайте посмотрим, я хочу посмотреть на его колоды. Вот первая дека, у меня элитные варвары, мега-рыцарь с принцем. У тебя Хок с принцем гиг-скелетом. Вот тут, кстати, я готов поспорить, гиг-скелет контрит меня очень жестко. Но это не было специально собрано. Я не знал, какая у него колода, я вам честно говорю. Окей, пропускаем. Вторая дека. Второй дека я его растащил, и я был уверен на 90%. Если с учетом того, что он не возьмет торнадо, либо какой-то сплэш-урон. А третья дека, ну вы сами все видели. Мы шли прям ноздря в ноздрю.
Вот, и они похожи, наши деки. Но смотри, ведьма, да, пека, прикол, колдун. Тоже, типа, дофига сплэш урона, и нету заклинания со сплэш уроном. И еще один пруф, эти деки Стиви Рояль. Вот, можете зайти. На какой арене, я не помню, я брал эти. Вот. Я с девятой. Я не помню, на седьмой я брал, по-моему, арене колоду. Сейчас попробую найти. Ну, ребят, давайте, вы можете сами убедиться. Не знаю, когда выйдет этот ролик. Ох, сейчас искать эти деки. Ну, по-моему, я тоже с восьмой или с девятой брал эти колоды. Ну, короче, они все есть Стиви Рояль. Либо, короче, с седьмой по девятую арену посмотрите. Эти все деки взяты Стиви Рояль. Я их не сам составлял. Ну, факт то, что я ничего не должен, меня радует. Но вы еще посмотрите первый выпуск. Тоже было интересно. В целом, мне понравилось. ПВП интересное. Вот, пишите в комментариях, какие следующие желания, чтобы, ну, исполняли мы при ПВП. Ну, чтобы был какой-то интерес, да? Не на интерес. Подожди, 3790 плюс 7,4900, это что, это 11 с копейками тысяч? Это что ты посчитал? Не, я просто в камеру показываю, сколько денег могло уйти, но в итоге не уйдет. Мои, ну, зачем, не ваши, зачем ты вот дразнишь? Ну, все, пацаны. Я предлагаю взять реванш, только давайте вот этот ролик... Я думаю, ты скажешь, предлагаю найти и отпиздить ГХГ. Так, палим адрес, короче, ищем. Друзья, если хотите реванш, пишите в комментариях, на какое желание. Только так, чтобы либо кто-то из нас проиграл, в любом случае остался кому-то что-то должен. Вот помните наш спор с Рувином на 100 баксов? Там либо он выигрывает должен мне, либо я выигрываю должен ему. Ну, короче, что-то как-то так было. В общем, пишите в комментариях. Здесь по 10 тысяч лайков на ролике ГХГ на моем ролике, подписка на каналы, и мы выпускаем еще один батл. Пишите в комментариях, какими колодами, в каком режиме, с какими желаниями. Будем ждать ваших комментариев. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам всем удачи. Приятного вам вечера, дня и всего хорошего, ребят. Приятной вам ночи и утра, добавлю я. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.